находимся на набережной города Суда, где идет вторая часть реконструкции. До этого момента восточная часть набережной, там реконструкция уже была начата, сейчас там укладывается гранитная плитка. Ну и мы туда прогуляемся, посмотрим, как там сейчас все выглядит. Здесь в восточной части набережной от Ладейной до Огонька в данный момент идет демонтаж старого ограждения набережной. Ну а дальше будут репортажи, посмотрим, как это выглядит. И еще сейчас на причале города Судак достают старые сваи и укрепляют причал. Короче говоря, реконструкция идет полным ходом. Скомканно, конечно, резко, сумбурно, но как есть, так есть. Так мы и работаем. Вот это как раз то самое место, где убирают старые части ограждения. И в скором времени здесь появится новая набережная. Город Судак, октябрь. Крымский репортаж. Ага.